Привет из космоса передадут российские астронавты гостям и жителям столицы и поздравят казахстанцев с проведением международной выставки «Экспо». Такую фишку в рамках Дней культуры подготовила Кызылординская область. Об этом ее представители рассказали на брифинге СЦК. Всего в концертах, театральных постановках, сельскохозяйственных ярмарках и спортивных состязаниях будет задействовано около 300 жителей региона. Уже завтра откроется Восточный базар и выставка эксклюзивных исторических экспонатов. Для ценителей народного творчества выступят жерши и фольклорный ансамбль «Акмешит». Гала-концерт пройдет в амфитеатре 14 августа. Добавлю, что на экспо делегаты региона привезли ряд проектов. В нашем казахстанском павильоне есть презентация. Мы готовились к экспо, есть видеоролики. В самой Кызылординской области есть 4 инициатора проекта солнечной энергетики. Мы по одному проекту получили одобрение с Министерства энергетики, выделено 100 гектаров земли. Сейчас инициатором является казахстанский инвестор. Пока названия нет, но инициатор проекта Жанна Горгана.